Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Дэвид Уилки, шотландский живописец, родился 18 ноября 1785 года, а умер в 1841 году. Учился в Лондоне в Королевской академии, был очень дружен Джоном Джексоном, это художник-портретист. Посетил европейские страны, Ближний Восток, писал картины на исторические темы и портреты, который сейчас находится в Национальной галерее в Лондоне. Британский художник хорошо известен своими жанровыми сценами. Успешно рисовал в самых разных жанрах, включая исторические сцены, портреты, в том числе официальные, королевские, и сцены из путешествий по Европе и на Ближний Восток. Я пользуюсь переводной Википедией. Кстати, он умер и был похоронен в море недалеко от Гибралтара, возвращаясь из своей первой поездки на Ближний Восток. Иногда его называли народный художник. Он был главный художник по обыкновению короля Вильгельма IV и королевы Виктории. Помимо королевских портретов, его самая известная картина сегодня, это, скорее всего, пенсионеры Челси, читающие депеши Ватерлоо 1822 года в доме Апсли. Родился в Шотландии, в обеспеченной семье. Отец неохотно согласился, чтобы Уилки стал художником. Но все же он был принят в Академию попечителей в Эдинбурге и начал изучать искусство под руководством Джона Грэхэма. Переносил в свой альбом все, что показалось ему характерным и красноречивым в фигурах или происшествиях, и его восхищали работы Александра Карса и Дэвида Аллана. Макбет, Церера в поисках Прозерпины, Диана и Калиста. Картины, получившие премию, как написано в Википедию, премию 10 гиней в попечительской академии. А его карандашные портреты, его самого, его матери, говорят о том, что Уилки уже достиг значительной уверенности в прикосновении, способности передавать характер, учась в попечительской академии. Перебрался в Лондон в 1805 году, начал учиться в школах Королевской академии. Одним из его первых покровителей в Лондоне был Роберт Стоддарт, производитель пианино, дальний родственник семьи Уилки. Уилки обратился к историческим сценам, но вскоре вернулся в жанровую живопись. В ноябре 1809 он был избран членом Королевской академии, едва достигнув возраста, установленного его законами, а в феврале 1811 стал полноправным академиком. Выполнил прекрасный портрет короля Георга IV в килте, сделанный во время визита короля в Шотландию, с освещением, снижающим яркость его килта и обнаженными коленями. Без розовых колготок, здесь написано. Посетил континент, в Париже начал изучение произведений искусства, собранные в Лувре. Совершил поездку по Нидерландам, Бельгии, вместе с своим другом Райнбахом, гравером многих его картин. Отправился на восток, добрался до Константинополя, где, задержанный войной в Сирии, написал портрет молодого султана. Последней работой его был портрет Мехмеда Али, албанского османского наместника и, в общем, покровителя Египта. И, как я уже сказал, на обратном пути он заболел и вскоре умер у Гибралтара по пути в Великобритании утром 1 июня 1841 года. Его тело было отправлено на глубину Гибралтарского залива. И все, что мне удалось найти о сэре Дэвиде Уилке, шотландском живописце. Посмотрим его работу. Пока-пока, до свидания.